Убежала. Блин, так и что делать? У нас нету ничего, а она, похоже, к нам хотела подойти. Ищи что-то. Да. Жди, жди. О, нашла Ариша. Ой. Ой, как прикольно. Ты очень миленькая. Да. Видимо, это был не орешек. Я не понимаю. Лапками так это скребет и ищет там что-то в травке. Это только она быстренько с зубками делает. Слышно звук? Слышно, да. У нее такой хвост пушистый прям. Ну. Сама она серенькая, а голова и кончик хвостика, и лапки до оранжевого. Ой, уже на дереве. Пока, белка.